Всем привет! Сегодня я пробежалась галопом по Европам, по магазинам, по некоторым своим любимым точкам. Сейчас я вам все покажу. А вы, пожалуйста, чтобы не пропускать мои видео, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, делитесь в соцсетях. Рада всех видеть, всех гостей, всех своих любимых подписчиков. Очень большое спасибо друзьям в Одноклассниках и в Фейсбуке, которые делятся моими видео. Большое-большое спасибо. Давайте посмотрим, где я была и что я покупала. Это офигенно. Это офигенно. Не достала телефон, не поснимала. Возле ЦУМа два таких магазина открылось. Один с тканями просто со всевозможным. Если получится вернуться, хотя бы в окна сниму. И один рядом с фурнитурой. Боже, какой только фурнитуры нет. Я бегу в оптовый магазин. Мне нужно парочку купить на пеленочки. И тут я выскочила, и этот магазин. Так что я, наверное, сейчас не пожалею времени, вернусь, покажу хотя бы окна. Ага, это как я носовые платки видела, а здесь вот она такая ткань. А здесь такая ткань. Только это... Это тоже баечка 250-270. Сейчас буду думать. Руки мокрые, дождь идет. Нажала телефон и поснимала не то, что хотела. Смотрите, какой у нас магазин. Уже заходить не буду. Называется «Стрекоза» напротив ЦУМа. Гляньте, что там только нет. Стразы, аппликации. Гляньте, какой выбор замочков. Простите, что я уж так снимаю. Ну, покажу. И вот, подождите, ткани. А, он выше. Выше. Но тут выбор такой огромный. Огромный выбор. Ну все, я убежала. Заходить не буду. Вышла куда-то. Все, я убежала. Купила пеленочки, приду домой, покажу. Больше никуда заходить не буду. Дождь. Я была в гостях. Ой, перейду здесь. Не по правилам. Это наш центральный универмаг, который всегда стоит слегка ободранный. Все, бегу домой. Прости. Что-то я так давно не была в этих краях, что открытие за открытием у меня. Хоть посмотреть, что у вас есть. Красота. Ой, что такое? Какая прелесть всякая. Снег 380. Кисточки всякие. Кисточки все. Ой, какая. А белочки есть у вас, ну, вообще десятки. Белочки. Ага. Так, а я сейчас. Белочки. Ну вам же какие белочки? Текстильные. Да я понимаю, номер. Больше десяти. Больше десяти. Да. Текстиль. Ну, ой, я сейчас выберу себе парочку. Так. Белочка. Если вам это то, что белочка, она... Это то, что мне надо. Дорогая. Это то, что я хочу делать со своими малышами. Боже мой. Ой, люди добрые. Вот белка имитации. 13 десятка. Вот она. Она тоже скульптурных. Надо посмотреть свой пластик. У меня там столько пластика. Палитра. Есть еще имитация 289. Вот 7 десятка. 479 имитация. Она тоже очень мягкая. 479. Ванля.
этих всех конфет. Для конфет. Так, это что? Ой, гляньте, какие холсты. Так, а мне нужна для акварели бумага. Так, это что, это вышивки или что это? Планшеты для акварели. О, может сейчас маленький надо и куплю. Сейчас мы все посмотрим. Ну, вот такая щетина, конечно, дешевая, профессиональная, она уже есть. Уже идет она за сотню, 200 рублей. Так, сейчас я что-то куплю себе. Потом покажу, что я купила. Что мне надо было? Что-то я хотела. Что-то я хотела, не знаю. Я что-то за утюжок такой. Настоящий. Сколько же он стоит? Сейчас 50 рублей. 50 рублей? Да. Ой, давайте я его заберу. Я такой хочу. Вот, хвастаюсь покупками. Вот какие красивые пеленочки будут у меня маленькой, извините, моей внучки. Это я купила в художественном отделе, который я показывала, зашла. Это бумага для акварели. Это я подарю подругиному малышу. Мы с ним будем рисовать. Он уже рисует акварелью. Мне сделали скидку хорошую. Это стоило не 97 рублей, несколько дешевле. И я показывала, как я покупала. Вначале я покажу. Посмотрите, уже я его протерла. Ну, как я могла пройти мимо такого раритета? И он функциональный, его нужно греть, только он, видите, немного с дефектом. Вот мне интересно, открутить-то я смогу, да, чтобы вот это зафиксировать. Но интересно, смогу ли я потом обратно поставить этот шуруп, потому как очень сомневаюсь. Ну, в любом случае, мне он был очень нужен. И за 50 рублей, вы же понимаете. Но я не могла не купить такой утюжок. Он очень тяжелый, его можно греть. И потом, а можно и не греть, вот заглаживать пэтчворк. Простите, что шатается мой телефон. Все. Показала покупки свои. Надеюсь, вам понравились мои покупки, моя прогулка. Постараюсь зайти в эти два магазинчика, показать более подробно, что там продается. Там, ну, я осталась в восторге, поэтому, конечно, я зайду, покажу все. А вы, пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь в ВКонтакте, в группу мою. Позывные такие же, Мила Бали. Рада всех видеть, всех целую, обнимаю. Всем пока!